Они приходят ко мне на стрим, говорят, что я лаки-рок, и при этом делают это без уважения. Красиво. Так. Блин. Короче, все, копаем. Изи. Я же сказал. Да они бесплатно заджонятся, вы смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Библиотеку надо открывать. Нужно мне ТП и флай. Ну-ка, быстро. Вот это я понимаю. Вот где скилл, вот где скилл. А маленький, блин. Какого хера вас 9? Ну серьезно. Придется фейк тратить. Блин, сука. Какой же он, блин. Ну теперь ясно, как он косточку взял. 0197, да пошел. 7 это, конечно, прошло. Лакерный ты... Ну да... я милу, блядь! Ну серьезно, луна без рестартов, блядь! Что это такое? Да иди ты! Что это такое? Сука! О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Так! Так-так-так! Вот это и мы катаем. Скриньте весь пятый левел. Сука! Ну, было же время-то, блин. Надо было просто убежать им, блин. Нитро 1-4-2. Так, ну чё, погнали. Конечно, с перчатками и сапогами это все делалось быстрее бы. Или логистом. Вот кирю бы сюда и все. Надеваю, высаживаюсь. Вот уже 3000 мувов. Нормально. Сейчас дело пойдет быстрее уже. Так, снимаю, сажусь. У меня уже клинить начинает потихоньку. Так, 23 тысячи, норм. Да, правилами то, что вы сейчас видите, разрешено, но на стримах это еще ни разу не было. Ну мы до 300 смело машним. Ну что, 313 тысяч. Все. Погнали. Так, ну что, делаем флай. Нам теперь мувов не жалко, мы теперь можем пешком походить. Когда что-то 500 тысяч примерно уже накапливается, тогда происходит сброс. Ну тут 130 кочевников. Пофигу. 10 XP. Ничего не дали, кстати, 10 XP. Чё у нас там? 305 осталось. Ну, блин, 8000 мув всего потратили. Хотя нифига себе всего. Так, экспертная мудрость. От и воздух нам дали. Липота какая. 5 XP. 2 атаки. Ну, 20 медуз нам дали. Можно, кстати, было некроманта какого-то сделать. Косточек помашнить, но что-то не хочу. Так, повышалочки собираем. Плюс 2 скорости однозначно заберем.
204 левел получили, тоже неплохо. Так, нам бы теперь надо сбегать куда-нибудь... А, ну вот колодец есть. Хотя нет, рановато еще для колодца. Что-то он тут не зря стоял. Ага. А вот тут у нас группа много-мало свора, орда стая. Но это фигня. Волну ушатает. Можно долбануть по-быстрому. Тут есть вообще еще тазика можно ушатать. А чё он это? Ну блин. Ну блин, ну как так? Он вышел из игры. Нитро 1.4.2. Мне не дали почистить карту, блин, ну я только во вкус вошел. Это был очень эпичный стрим на самом деле. Всем спасибо большое, кто присутствовал.